Всем привет. Наверное, здесь тускло. Кс-кс-кс-кс. Семёныч еще не наелся. Семёныч, ты еще не наелся, что ли? Нет! Ты, по-моему, уже много съел. Еще хочу, Вольт. Он, короче, никогда не наедается. Я ему там от курицы-то косточки отдам, ладно, если что. Ты, а что ты не объел, как стоит? Молодцы. Короче, пошли, буду рассказывать. Ой. В общем, я сегодня там оказалось 40 кореней. Вот. Я посадила 40 кореней помидоров. Так, сейчас посчитаю. 10, которые ты покупал. 30 этих и 10 этих. 40. 30 этих и 10 этих. 50 кореней. Ты снимаешь меня? Да, сегодня? Снимаю. Все нормально. 50 кореней плюс 10 кореней перец. В конце, признаюсь честно, когда уже дополивала, начала дополивать, слегка вот так вот на грядку, осинки вот так вот, короче, упала. Вот. Обязательно буду показать. Уже настолько это, кое-как обратно доплелась, вымыла ноги, руки. Вот. Потом это, не сидится мне, короче. Я замочила сегодня с утра там куртку осеннюю Эмилю. Это, две майки его испачкались. Ну и так там по мелочи, по трусов, как говорится. Вот. А куртку надо еще щеткой отстирать. Вот. А, я еще воды привезла. Эмиль привез 40 литров, и я 40 литров привезла. Эмиль от Димки привез почище воду. А я с Ванючки, как обычно, на поливку и на стенку. А, в общем, все посадила, все перестирала. Вот только сейчас, как говорится, присела. Вот такие вот дела. И это, что хотела сказать. Вот такие вот сапожки Дима подарил. Сейчас я помню. Но это дорогие. Синяки это я сама где-то себе подставляю. Я даже не снимаю. Понятия не имею где. Вот синяк на ноге где-то. Я не снимаю, я сказал. Вот, ну сними, здесь ничего такого страшного нет. Не обязательно мне вот по всех снимать. Вот. Хорошо. Точь-в-точь, прям ровно. Легкие-прелегкие. Ровно по ножке. Прям по моей ножке. Как пушинки на ноге. Ну как они? И вот такую вот книгу он хотел на праздник вчера, но не получилось. Я тебе говорил. Выше, а, хоть. Выше поднимать. Прости, прости. И вот такую книгу от Николая Чудотворца. С мечом. С саблей. Ой, с саблей. Он мне сказал, я сначала не поверила. Вот. Тут роспись есть, она освещенная. Вот. Сказал, чтобы я читала обязательно. Приказал даже. Тут видно, хоть снимаете, да. Или плохо при тусклом свете. Вот. Угу. Все. Вот. Так. Вот такой вот день. Угу.
Не знаю как, но мне нравится. Хорошо, все, давай. Так, гля. Я снимал уже все. Все. Давай. Ладно, всем пока, до свидания. Такой